кстати, для того, чтобы подготовленными подойти к дачному сезону, нужно уже сейчас подумать о физической подготовке. Согласен. Чтобы, потому что спинку не тянуло, коленки не ныли, не тряслись, а тело уже приобрело благоприятную такую физическую форму, нужно начинать прямо сейчас. С чего? С утренней гимнастики. Кстати, многие специалисты вообще рекомендуют заниматься упражнениями именно на природе. Ну, как бы кислород. Ну, это полезно, да. Так что запоминайте позы и будете затем практиковать их на садово-дачных имениях. Все, приступаем к утренней зарядке с Дарьей Лагуновой. Всем доброе утро. Меня зовут Дарья, я тренер по фитнесу. Сегодня мы выполним несколько эффективных упражнений для ягодиц. Давайте начнем. Мы ложимся на правый бок. Рука нижняя уходит за голову, и ноги у нас будут согнуты. Отсюда будем верхнее колено поднимать наверх, голень параллельно полу, и затем опускаем колено вниз. Колено касается пола спереди лежащей ноги. Стопа разворачивается наверх в потолок. Отсюда поднимаем ногу наверх, также голень параллельно полу, и опускаем вниз. Вверх и вниз. Чувствуем хорошую опору в нижний бок. И верхней рукой можно давить в пол. Выдох, развернули. Вдох, коснулись. И обязательно здесь стопа смотрит наверх потолок. Так у нас включается работа с тазобедренным суставом. Вниз, наверх. Последний раз. И мы выпрямляем ногу. Отсюда будем касаться пола ногой и затем поднимать ногу наверх. Нога прямая, можно чуть согнуть. И выдох, открыли. Вниз опустили. И на выдохе поднимаем. Еще несколько раз вниз, наверх. И последний раз. Хорошо. Мы переходим на предплечье. Отсюда давим рукой в пол. И будем поднимать таз наверх, раскрывая верхнее колено в потолок. Затем опускаем таз вниз, но таз пола не касается. Отсюда снова поднимаем таз наверх, опускаем вниз. Колено наверх, таз. И опустили вверх, вниз. Дышим спокойно. И еще несколько раз так. И последний раз. Отлично. Переходим на другой бок. Ложимся. Нижняя нога. Обе ноги согнуты. Нижняя рука уходит за затылок. И отсюда, давя рукой в пол, поднимаем колено наверх, голень параллельно полу и касаемся коленом пола спереди лежащей ноги. Стопа разворачивается в потолок. Затем снова разворот. И опустили вниз. Выдох и вдох. Спокойно дышим. И стараемся не зажимать ягодицы. И еще два раза. Выдох. Вдох. И последний. Отлично. Выпрямляем ногу наверх. Опускаем ногу спереди. Касаемся пола и поднимаем наверх. Опускаем вниз и наверх. Ягодицы расслаблены. Выдох, вдох, выдох, вдох. И последний раз вниз и наверх. Переходим на предплечье. Ноги согнуты, и отсюда будем поднимать таз наверх. Колено смотрит в потолок. И затем опускать вниз, но тазом пола мы не касаемся. Наверх, вниз, вверх. Вниз, раскрываем колено в потолок, выдох. И последний раз. Отлично. Всего за 3 упражнения мы проработали ягодицы. На пути к здоровому телу я готова вам помочь. Приглашаю на тренировки. Всем хорошего дня!